Не получилось сначала. Почему не получилось? Пошел сразу обратно. Мяч резко стали терять. То есть, где нужно было спокойно сохранять. Но, видимо, отсутствие практики сказалось. Досадно. Пока стартом состава еще готов. Хотя по тренировкам неплох был. Но одно дело тренировки, другое дело игра. Поэтому пришлось сразу Хвощинского поднимать. Но Хвощинский — это плановая замена. Планировали сразу на второй тайм. Знаю его хороший рецепт выхода на замену. Но, тем не менее, Павел Дявышев сделал свое дело. Но не плановое тоже получилось. Вторая карточка. Но мы не ушли на оборону, не играли. Все равно два нападающих, и которые вышли тоже с акцентом на атаку. Поэтому на них забили. Я думаю, все закономерно. Ваш вопрос?